Baby Bus. Нажми здесь и подпишись. Как же трудно быть продавцом. Я за все утро ничего не продал. А? Ресторан мистера Фу? Поем-ка я для начала. На данный момент ничья 1-1. Следующий раунд. Кулинарный конкурс. А, это же Мил-Мил. Прекрасно. Надеюсь, что она победит. Судья, у меня печка сломана. Ой, нет. Смотрите, у меня торт сгорел. Придется найти иной способ. Или победить Хэнк. Мил-Мил, я тебе помогу. Это волшебная печка. Она печет все за 3 секунды. И все получается вкусно. Пальчики оближешь. Но я не знаю, как ею пользоваться. Я тебе покажу. Та-да! Вкуснющая воздушная сахарная вата с пылу с жару! Ух ты, как вкусно! Поставим этот сгоревший торт на 3 секунды в печку. 3, 2, 1. Та-да! О, да это волшебная печка! После этого раунда счет 2-1 в пользу Мил-Мил. Да, ура! А теперь жарим во фритюре. Хэнк раскашлялся из-за кухонных ароматов. А как дела у Мил-Мил? Из-за этого дыма дышать невозможно. Посмотрите на это. Это волшебная сковородка. Она жарит сама и без дыма. Еда из нее не вываливается. И из маленького количества ингредиентов получается огромное блюдо. Пахнет вкусно. Какая удивительная сковорода. Мил-Мил получает очко. А еще у меня есть волшебная кастрюля. А это что за удивительные кухонные принадлежности? Это моя волшебная кастрюля. Она варит суп за 3 секунды и сама его разливает. Ага, как вкусно пахнет. Мне большую миску. Мистер Фу, прошу вас, отведайте моего супа. Великолепно. У меня как раз есть очень глубокая миска. Как же вкусно! Очень вкусно! Еще одно очко Мил-Мил. Общий счет 4-1 в пользу Мил-Мил. У нас уже есть торт, овощи и суп. Теперь я приготовлю свежевыжатый сок. Нет, неправильно. Выход должен быть внизу, а вход сверху. Ты права. Нужно собрать заново. Но у нас совсем нет времени. Ну и ладно. Сделаем фруктовый салат. Волшебная соковыжималка делает сок из фруктов. Но если она собрана наоборот,
кто сумеет сделать фрукты из сока. А так можно? Конечно! Мистер Фу, не дадите мне мультифруктовый сок? Что ж, теперь счет 5-1. Чудесно! Итак, объявляю сегодняшнего победителя. Это... Протестую! Миу-миу даже не готовила! Готовил Кики, а он не участник конкурса и не может победить! Хэнк абсолютно прав. Кики не участник, и победить он не может. Миу-миу, прости, я хотел помочь, но только все испортил. Ничего страшного, пусть я не победила, но мне так понравились твои необычные вещи для кухни, что я хочу правда? Их купить. Ты мой первый покупатель. Я бы тоже хотел купить набор для ресторана. Стойте-ка, и я. А теперь, внимание, я покупаю то, что осталось у Кики. Я все продал, все продал! Ура! Как же холодно! Где бы найти еды? Умираю от голода! Ура! Сладкий картофель! Сосновые шишки? Большой снежок! Это же снеговик! Ух ты, правда! Ух ты! Но у него нет ни глаз, ни носа! Так давайте сделаем их! Я сделаю! Странно выглядит. Вы лепите снеговика? Здравствуйте, мистер Дау. Мистер Дау, посмотрите, какой у нас снеговик. Странные у него глаза какие-то, мне не нравится. Вот теперь гораздо лучше. Но ему не хватает носа. Вам нужно найти что-нибудь круглое и длинное. Ясно! Совсем скоро я поем морковки. Что-то длинное и круглое, такое как бамбук. Почему же так долго? Идут? Хэнк! Хэнк, смотри, какой нос я нашел! Очень длинный! Посмотри на это! Круглый и свежий! Отличный нос для снеговика! Думаю, мой лучше. Сейчас я его приставлю. Дай-ка сначала я. Смотри, правда здорово. О, мистер Дау, посмотрите, мы нашли нос для снеговика.
Правда великолепно. Мой лучше. Твой слишком маленький. Перестаньте ругаться. Вы оба неправы. Длинный круглый нос, о котором я говорила, это морковка. О, значит, морковка. Я знаю, где ее взять. Я с тобой. Колется. Морковка. А где же все? Я сама сделаю нос снеговику. Снеговик! Наконец-то нашли. Да, Кики, мы с тобой молодцы. Берегись, с дороги! Кики! Миу-миу! Снеговик укатился! И морковка тоже пропала! О нет, снеговик катится к дому мистера Дао! Я остановлю его! О нет! Слишком поздно! Пожалуйста, только не задень дом! Морковка? О нет! Ух ты! Ого! Снеговик-гигант! Ух ты! Какая красота! Но у него так и нет носа. Мистер Дао! Дао, я дома. Что с тобой? Морковка? Как ты узнал, что я голоден? Спасибо, Дао. Ой, как больно. Эй, где я? Горячо, на помощь! Помогите! Помогите! На помощь! Спасите! Помогите! Помогите! Спасите! Кто-нибудь! Спасите! Помогите! Что происходит? Помогите! Я таю! Это шоколад! Он в беде! Поможем ему! Надо потушить огонь! Огонь? Смотрите! Огонь можно потушить с помощью воды! Смотрите! Что же нам делать? У нас не хватает сил!
А у меня есть идея! За мной! Помогите! Я таю! На помощь! Держись! Мы поможем тебе! Я помогу! Отлично! О, нет! Я бегу! Готово! Надо спасать шоколад! Ладно! Да! Ура! Я спасен! Я чуть не превратился в шоколадный соус. Спасибо! А вы кто? Мы разноцветные дрожжи! А где же ваши цвета? Ой! Что случилось? Бегите! О, нет! Что? Синий! Кики нарядил нас в цветные одежки! Спасибо, Кики! 81, 82, 83... Рудольф, зачем ты крутишься на стуле? Я тренируюсь, чтобы стать сильнее. Он и правда старается. 99, 100, все! Как кружится голова. Срочный вызов, Рудольф! Тренируйся! Кейка, что случилось? Морской конек. Тропическая рыба. Он всегда плавает вертикально. Медленно, но верно. Он водит подводный туристический автобус. Но у него вдруг заболел живот, и автобус остановился на полпути. Нужна ваша помощь. Уже едем! Суперспасатели, вперед!
дорогой, как ты? Что же делать? Почему суперспасателей до сих пор нет? О, смотрите, это спасатели! О, наконец-то вы здесь! Не волнуйтесь, расскажите, что происходит. У него болит живот, спасите его! Конечно, осмотри его поскорее. Сейчас! Начать анализ! Вот результат. Мистер Морской Конек не болен. У него болит живот, потому что он скоро родит детишек. Он рожает? Правда? Какая радость! Не могу поверить, что скоро увижу наших деток. У самца морского конька на животе есть сумка, где растет потомство. Вот почему рожает его именно мистер Конек. Ничего себе! Давай споем, подбодрим мистера Конька. Ну, еще чуть-чуть. Да, ты сможешь! Ла-ла-ла-ла-ла! О, наши детки! Вроде все. Ух ты, какие хорошенькие! Давайте поиграем! Иди сюда, скорей, скорей! Спасибо вам большое! Не за что! Детишки! Смотри, что у меня есть! Хочешь поиграть, малыш? Рад, что с мамой, ой, то есть с папой и детенышами все хорошо. Спасибо всем вам. А сейчас мы поедем в подводный парк. Вот класс! Один, два... Стойте, а где третий? Что? Малыш, мой малыш, где мой малыш? Малыш, где ты? Малыш, где ты? Не волнуйтесь, мы найдем малыша. Нашел! Он там! Ой! Смотрите, что это? Ой, это водоворот! Водоворот? А что это? Океанический водоворот очень опасен. Он как черная дыра. Если попал в него, очень трудно выбраться. Трудно выбраться? Малыш! Не волнуйтесь, мы спасем вашего малыша. Кики! Угу. Надо звонить в штаб. Кика, у нас новая проблема. Срочно пришли сюда морской автобус Рудольфа. Понял. Рудольф, Кике нужна твоя помощь. Собирайся и выезжай немедленно. Есть. Рудольф готов к любым испытаниям на море. Морской автобус прибыл! Рудольф, детеныш морского конька попал в опасный водоворот. Надо его спасти! Понял!
Держись, погнали! Осторожней! О! Начать поиск! Рудольф, давай вниз! Морской конек там! Вот он! Есть! Поймали! О, нет! Берегись! Скорей, открой дверь! Рудольф, держись! Я спасу конька! Сеть порвалась! Суперскорость! Мой малыш! Не волнуйся, все будет хорошо. Вот и подводный парк. Ух ты, красота! Давай сфотографируемся вместе. Малыш, мой малыш опять пропал. Что это? Пока! 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 Суперспасателями вы в безопасности!